В Десногорске от коронавируса привита уже почти треть населения. Такого показателя удалось достичь благодаря введению обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Чтобы упростить этот процесс, многие городские организации проводят иммунизацию сотрудников прямо на рабочем месте. 23 июля процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции прошли работники детского сада «Ивушка». Желание сделать прививку сотрудники изъявили сами. Руководителям оставалось лишь вызвать мобильную бригаду медиков и согласовать день и время для иммунизации. На сегодняшний день люди сами приняли решение о прохождении вакцинации. Если в первую вакцинацию еще были какие-то опасения, сомнения, и количество привитых работников было низким, то сейчас уже сами просили, звонили, записывались на проведение вакцинации. Все сотрудники получили первый компонент «Спутника Ви», препарата, у которого было время завоевать доверие граждан. Да и сам процесс вакцинации отлажен и доведен до автоматизма. В стандартную процедуру входит осмотр врача, выявление противопоказаний и аллергических реакций, а также общая оценка самочувствия. На все не больше 15 минут. Дополнительные анализы берут, если делают другой вакциной. Там программа отдельная. Вот они берут, а врач обычно, терапевт, да, осматривает, выслушивает, какие противопоказания, какие аллергические заболевания. Проводится термометрия, потом осматривается работник и измеряется давление. Да, и проводится вакцинация. Выезд врачей на рабочее место стал привычной, а главное, быстрой и удобной формой проведения иммунизации. По словам руководителя детского сада, на прививку пришли даже те, кто находился в отпуске. Все ради общей безопасности. В итоге к 15 сотрудникам, которые уже завершили полный цикл вакцинации, присоединились еще 30 коллег. Вместе с ними в этот же день на базе дошкольного учреждения «Ивушка» идентичную процедуру прошли свыше 10 сотрудников детского сада «Теремок». Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.